Слушайте, ребят, там доллар опять скукоживается. Вчера в моменте на Форексе никому не нужная грязная зеленая бумажка скукоживалась аж до 114 и даже до 115 рублей. Желтая никому не нужная бумажка евро скукоживалась до 120, потом, правда, немного опустилась, но... Это не значит, что все, пока на этом уровне что-то и остановится. Да, конечно, кто-то мне сейчас начнет писать в комментариях, что ты нам опять за эти доллары разгоняешь? Мы живем в рублевой зоне, нас это как касается. Ну, разумеется, таким людям я не собираюсь ничего говорить, потому что бесполезно. Ну, а все остальные, у кого есть вообще хоть какие-то накопления, прекрасно понимают, что вот этот вот скачок на 10 рублей за один единственный вчерашний день, это 9%. То есть все мы стали за один день, повторюсь, беднее на 9%. Причем это в денежном выражении, про цены вообще говорить не приходится, потому что цены, я думаю, к Новому году надо будет ждать вот примерно таким вот образом, потому что они-то подпрыгнут нифига не на 9%, и то ли еще будет. Что, опять же, ну, никто же не знает, как эта самая грязная, никому не нужная зеленая бумажка будет вести себя дальше, но что-то мне подсказывает, что падать она, по крайней мере, в обозримом будущем точно не собирается. С чем я нас и поздравляю всех, R, развитие или V. Встаем с колен, как любил говаривать один небезызвестный экономист. Погнали! Рубль – самая твердая валюта. Вот. Если упал, то временно. Бывают разные ситуации, особенно в том непростом мире. Ну, раз со смешного начали, смешным и продолжим. RuTube стал лидером среди платформ по объему социально значимого контента. Об этом написали пропагандистские «Известия». Откуда у ребятишек такие данные, не спрашивайте, но подозреваю, как обычно, с потолка. Продолжаем. Сейчас на данной площадке опубликовано более 500 000 интервью, разборов и других передач на политические темы. Самыми популярными блогерами в этой сфере стали Юрий Подоляка, Дмитрий Пучков, Гоблин, Дмитрий Василец, Эмпатия, Манучи, ну и так далее. Всего более 600 авторов. Количество пользователей самого RuTube в ноябре приблизилось к отметке в 70 миллионов человек. Знаете, вот такие громкие заявления мне частенько напоминают рекламу какого-нибудь третьесортного товара. Зубная паста такая-то, номер один в России, ага. А внутри приписка, внизу приписка малюсенькими буквами. Вывод сделан на основе каких-то исследований Васи и Пети из деревни Кузяева Новогадюкинского района. Вот здесь то же самое, по-моему. RuTube стал лидером. Лидером среди кого? Среди одноклассников и ВК? Ну, так себе лидерство, я вот тоже самый популярный журналист среди их моей мамы. Медаль мне давайте теперь дадим за оное. Причем даже ведь номинацию-то сами для себя придумали, ребята, по социально значимому контенту. Ух ты, блин! Ты втираешь мне какую-то дичь. Сейчас остановимся на уном подробнее. Реальная журналистика — мы наш, мы новый мир построим. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Хорошо, как всегда, на пальцах, и предлагаю посмотреть, как чувствует себя на данной площадке, например, самый популярный российский пропагандист от политики Владимир Рудольфович Соловьев. Ну вот его страничка, 429 тысяч подписчиков на минуточку, серьезная заявочка на успех. Еще мне нравится так, через губу вот такую. Ну, Соловьев давно ангажирован. Ты кто такой судить? Рэпер, шмэпер, вообще развелось. Да-да. А теперь предложил бы по трафику пробежаться, по каждому видео в отдельности. 6 тысяч просмотров, 3 тысячи, 1500. Как так, спросите меня вы, полумиллионная аудитория вроде, а просмотров кот наплакал? Да очень просто. Вот как на всех этих пропагандистов подписываются, не знаете, я вам сейчас расскажу, особенно на российских площадках, а вроде ВК и RuTube, господи, да дали разнарядку по всем администрациям и госструктурам, вот вам список блогеров, ваши сотрудники должны на них подписаться. Люди подписались добровольно принудительным порядком, вот так вот данный мыльный пузырь возник, неважно, что такой псевдоподписчик,
Ну, никогда на ту Соловьевскую страницу больше не зайдет, не заходил и не будет. Зато в отчетах красивые цифры появятся. О, Рудольфович, это 500 000 наших соотечественников в одном только Рутюбе смотрит. Дедам из политбюро сойдет, они все равно в этом ничего не смыслят. Вы говорите о чем-то феерически интересном, но не относящемся к реальности. Товарищи, коллеги, друзья, наша сегодняшняя трансляция, которая велась в Рутюбе, 30 раз упала. 30 раз упал. Мы о чем говорим? Мы говорим о глобальных цифровых показателях, которые мы сами же не можем пока обеспечить. То есть о чем это говорит? О том, что это очень интересная дискуссия. Ее действительно хотят посмотреть. Но трансляция 30 раз упала. Но самое обидное, что все вот эти вот как будто бы социально значимые блогеры и журналисты в кавычках получают сумасшедшие деньги из бюджета. На тот же Соловьев Лайв в 2025-27 годах потратят, внимание, 4,5 миллиарда. Не понимаете, сколько это? Это 1,5 ярда в год. Или 125 миллионов в месяц и 4 миллиона в день. На что? На нарисованных зрителей, на то, что никто не смотрит. И это только о прямом финансировании. Мы сейчас говорим о деньгах, которые непосредственно из бюджета пойдут. А есть еще внебюджетные фонды. А есть еще рекламные деньги от всяких там «Газпромов», которых так же, как и подписчиков, впрочем, заставляют по разнарядке вот в такие медиа вкладываться. Мол, где вам стоит купить рекламу там-то, ну, того же Соловьева, нужна она вам, не нужна. Никого не волнует, купите. Как-то так вся эта братья около кремлевской работает. Но я всегда считал Карин Жан-Пьер не «ах, какая дурочка», а просто дурой. Вот что заявляет она. Не в твоем вкусе? Не. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора. Ага. Ладно, давайте к делам нашим. Скорбным с россиян собираются взыскивать долги по налогам без решения суда. Соответствующий законопроект разработали в Минюсте. В данный момент документ опубликовали для общественного обсуждения. Он дорабатывается. Если закон примут, налоговые службы смогут списывать с физических лиц, читай, с обычных граждан, деньги по своему усмотрению. По мнению чиновников, такое нововведение позволит снизить нагрузку на судебные органы, а заодно пополнить казну на 20 с лишним миллионов, во всяком случае, миллиардов, во всяком случае, пока такая цифра называется. Ну, конечно же, надо для Соловьева там или Гоблина откуда-то средства изыскивать. Кстати, данное правило может вступить в силу уже через год, с 1 ноября 2025-го. Да что ты, черт побери, такое несешь? Знаете, у меня, если честно, давным-давно назрел вопрос, а зачем в нашей стране вообще суды нужны? По Конституции, вроде бы, каждый гражданин имеет право на судебную защиту, вот только эта статья уже настолько давно не работает, превратилась в какой-то нафталин, потому что, ну вот что происходит в реальности? В реальности у нас один за другим, повторюсь, принимаются законы, дающие право привлекать людей к ответственности безо всяких там судов. Вот только что про один из таких рассказывали, пожалуйста, ну или прошлые, давайте повспоминать, например. Твою личную страницу в соцсетях или даже сайт сегодня могут заблокировать по требованию Роскомнадзора просто так, по их личному разумению. Или в список экстремистов человек тоже может попасть по требованию Росфинмониторинга, опять же, безо всяких судов. В иноагенты записывают по решению чиновников из Минюста. Об этом чуть позже, сейчас вот еще раз. Деньги по налогам и штрафам давайте отбирать таким же макаром, потому что чиновникам из ФНС что-то там показалось, простите. Но я действительно не понимаю, суды-то тогда нам зачем? Напомню заодно, что наш президент много раз говорил, что виновным или невиновным гражданина могут признать только там, нет? Несмотря на то, что он находится под домашним арестом, это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд. А на деле оно как-то, ну, совсем не так, как рассказывают. Та же история с иноагентами, раз обещал, каждую пятницу нам выкатывают новый список с фамилиями. В том списке уже почти 1000 человек, я сейчас только про физлиц говорю, о скольких судах. Вот над этими людьми мы с вами слышали.
Тут, к слову, важно понимать, иностранный агент – это не просто какой-то ярлык, который навесили и забыли про него радостно. Нет, это еще и поражение гражданина в правах, гарантированных, между прочим, высшим законом страны – Конституцией. Как можно взять вот так вот просто ограничить человека в его правах росчерком пера чиновника? Вот и нет уже непонятно. Иностранные агенты – это ведь кто? Это прежде всего инструменты так называемой мягкой силы Госдепа и форин-офиса. Мы прекрасно понимаем, на что они направлены. Их мягкая сила направлена на разрушение, в отличие от нашей мягкой силы. Может, хватит, ребята? Больше скажу, учитывая, что некоторые наши деятели, наделенные полномочиями, очень любят выворачивать те или иные правила, законы в ту сторону, в которую им удобнее. Вот этот самый закон об иноагентах вообще можно использовать как репрессивную дубину для сведения личных счетов, например. Ну вот вам для понимания. Дальнейшее повествование буду вести с оговоркой по одной из версий. Спокойствие! Только спокойствие. Просто возьмите и пробегитесь глазами по данному перечню иноагентскому, и знаете, что вы там увидите? А вы удивитесь огромному количеству фамилий, о которых вы даже не слышали никогда. Какие-то ноунеймы вообще, кто все эти люди? Кому они могли помешать, особенно в Кремле? Как они вообще способны влиять на жизнь нашей страны? А я могу предположить, кто это. Да, это мелкие региональные журналисты, мелкие блогеры, там, региональные общественные деятели. Вреда от них для страны в большинстве случаев действительно не может быть никакого, зато и, скорее всего, ребятишки являются занозой для местечковых элит. Мешают каким-нибудь местечковым бизнесменам, какому-нибудь мэру там местечкового Гурюпинска-Запедрищенска, депутату тамошнему. Вы на агенты его мерзавца и вся недолга. Я всего лишь предполагаю, конечно, но думаю, что недалек от истины. Острая тема. А вообще, вот эта вот мода на пренебрежение законом – это очень плохая тенденция. Судебную систему, юриспруденцию и право не дураки придумали, и не просто так. Это ведь своеобразный предохранитель, что ли, нормы, которые помогают всему обществу. Но вот опять, дабы за примерами далеко не ходить, давайте на пальцах. Наверняка многие из вас оказывались в ситуации, когда где-то на перекрестке перестали работать светофоры. Ну, оказывались ведь в такой ситуации, да? Что начинается после? Правильно, начинается хаос. Водители не понимают, кому первым ехать, кто кого должен пропустить. Да пешеходы вообще не врубаются, как им перейти на другую сторону улицы. И хорошо, если без аварии обходится, тем более без жертв. Здесь все то же самое. Законодательные нормы и правила, они как те светофоры, регулируют движение по всей нашей жизни. А суды, как гаишники, когда надо, вмешиваются и разруливают пробку. Нарушил кто-то что-то, привлекают его к ответственности. Не за взятку привлекают и не для палку отработать, а потому что надо сделать. Они должны это сделать. Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом начинать им дырки вследствие затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это не закон будет, а кистень. Поражает, впрочем, и что многие наши сограждане не понимают вот этой вот простой вещи, особенно те, кто сегодня топят за ущемление в правах кого-то другого. Да так им и надо, нечего с такими цаскаться. Знаете, я всегда говорил, любое беззаконие порождает еще большее беззаконие. Недаром сейчас вот этот вот фрагмент из «Бессмертного места встречи» продемонстрировал. Эффект бумеранга никто не отменял. Оно может обернуться против любого рано или поздно. Сегодня нагнули твоего соседа, а завтра нагнут тебя. И по той же самой схеме, да фиг с ними, с его правами. История нашей страны знает немало таких случаев, и новейшая тоже. Ты можешь сколько угодно думать, мол, ну я-то свой уж, мне-то точно ничего не сделают. Вот только так ли это, так ли все хорошо с данным утверждением? Помните, в политике не бывает своих чужих. В политике есть только попутчики, которые бегут рядом до нужного им поворота. Так было, есть и будет. Спросите хотя бы у него. Я виноват. И вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь. Я виноват. Я не уверен, что ее можно искупить.
Ладно, все, не хочу продолжать. Переваривайте время. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Он помогает продвижению видео в соцсетях. Тоже жду. В друзья добавляйтесь. Темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.